Наши предприятия на протяжении 20 лет успешно производят лекарственные препараты различного назначения. Мы следим за развитием науки в области фармацевтики, анализируем и внедряем новые технологии, постоянно обновляем линейку нашей продукции. У нас, иначе говоря, на предприятии представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. 5 лет назад наш завод вошел в состав крупного холдинга по производству лекарств и биологических добавок в Краснодарском крае. Присоединение дало нам возможность увеличить производственную мощность и обновить оборудование. Я 10 лет работаю главным технологом на производстве и хорошо знаю все технологические процессы. Выбор нового оборудования я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много. География производителей расширилась, увеличилась конкуренция, это в свою очередь повлияло на качество производимого оборудования. В фармацевтическом производстве очень важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. Чтобы продукция полностью соответствовала требованиям гигиены, необходимо было по сути серьезно подходить к вопросу выбора оборудования. Мы решили обновить таблеточный пресс. Нам нужен был аппарат, который, в принципе, обеспечивал бы производство таблеток различных геометрических форм. Я привык делать свою работу качественно и работать только со специалистами. К вопросу выбора таблеточного пресса я подошел серьезно. Для поиска оборудования не стал пользоваться интернетом, потому что часто за красивой картинкой скрывается непрофессионализм. Я посетил международную выставку оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства, которая проводилась в Москве. Таблеточных прессов на выставке было по сути представлено много, различных конфигураций в зависимости от производительности, способа прессования. Прессование – это такой технологический процесс производства таблеток из порошковых материалов, при котором сырье сжимается в пресс-формах таблеточного пресса. Для формирования таблеток используют матрицы различных форм – овальные, фигурные, волнообразные, круглые, пятиугольные, шестиугольные, в виде капель и другие формы. Данные формы использовались в роторных таблеточных прессах. Какой вид роторного таблеточного пресса выбрать для нашего производства, я планировал решить уже по прибытию на предприятие. На выставке я взял контакты у их представителей двух предприятий, которые, в принципе, могли, согласно представленному ими каталогу, произвести роторные прессы с различными матрицами для формирования таблеток разнообразных форм. Вернувшись на завод, я начал связываться по телефону с представителями предприятий-производителей оборудования. Компания из Германии могла изготовить только лабораторный роторный таблеточный пресс, однако попросила лично приехать и подписать договор. К сожалению, я не мог выехать в Евросоюз, так как у меня не было, по сути, визы, а процесс ее оформления занял бы не менее 3 месяцев. Компания из Китая выслала каталог продукции на почту, я долго выбирал, но не смог разобраться в возможностях таблеточного пресса, какой допустимая производительность. Третий производитель из Краснодара выслушал меня и ответил, что сможет произвести оборудование только через 6 месяцев, ссылаясь на большой объем заказов. Мне пришлось отказаться, так как машина нужна была, по сути, в самые короткие сроки. Оборудование необходимо было, по сути, найти и купить обязательно. Самостоятельно это сделать у меня не получилось. Это немного поубавило моей уверенности. Я планировал найти специалиста в области поставки оборудования, который, в принципе, даст мне хорошую консультацию и сможет поставить машину в течение 2 месяцев. Решил посмотреть в интернете компании, которые, в принципе, занимаются поставкой фармацевтического оборудования. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, работал бы длительное время в сфере поставки фармацевтического оборудования и имел положительные отзывы клиентов. Я выбрал 3 самые презентабельные компании. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать 5 минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности миксера, сроках изготовления. Через 5 дней на почту я получил от них 10 вариантов различных машин и предложение сделать выбор самостоятельно.
Я понял, что у них нет профессионального подхода, и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, третий вариант посредника из Москвы оказался для меня удачным. Менеджер-мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о назначении миксера, сырье, которое планировалось смешивать, требуемой производительности. На этапе консультации он выбрал роторный таблеточный пресс, который, в принципе, обеспечивает 19 пар пресс-инструментов. Я решил внимательно изучить предложенные варианты, в общем, если он мне понравится, то согласовать его с руководством. Специалист компании выслал мне на электронную почту технический паспорт и инструкцию по эксплуатации таблеточного пресса. Я тщательно изучил возможности пресса и его характеристики, посмотрел отзывы предложенного оборудования в интернете и пришел к выводу, что это хороший вариант. Машина была, по сути, приемлема по характеристикам и качеству. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Менеджер за две недели сообщил о степени готовности таблеточного пресса. Машина была, по сути, поставлена в регламентные сроки. Загрузка порошка в пресс осуществляется через воронкообразный бункер. Его можно легко снять, промыть и установить обратно. Подача порошка из бункера происходит через фидер. Возможна поставка активного фидера с принудительной подачей порошка в матрицу. При вращении ротора пресса порошок подается внутрь матрицы, где происходит прессование и, затем, выталкивание готовой таблетки на поверхность. На корпусе пресса имеется блок управления. Мы остались довольны роторным таблеточным прессом, который, в принципе, дает возможность производить таблетки 19 различных форм, по рекомендованным и поставленным менеджерам этой компании. В любом деле лучше обращаться к профессионалу, и тогда ваша задача покажется не такой и сложной. Люди думают, что профессионалам в своем деле все дается легко, однако я точно уверен, что такие специалисты работают, чтобы, главным образом, нам так и дальше казалось.